В Стамбуле запускают беспилотную линию метро. Линия сможет перевозить до 700 тысяч пассажиров ежедневно. В столице Турции 15 декабря откроют первую в стране полностью автоматизированную линию метро. Об этом сообщает Hurriyet Daily News. В пятницу откроют около половины 20-километровой линии метро от Ускюдара до района Умрания, а остальные запустят в июне 2018 года. Первый этап линии метро Ускюдар-Санджак-Тепе на азиатской стороне города откроет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говорится в сообщении. Линия будет объединена с двумя крупными транспортными линиями, наземной дорогой метробус и метро Мармарой, которые соединяют азиатскую и европейскую стороны города. Завершенная линия будет состоять из 16 станций и при полном функционировании сможет перевозить около 700 тысяч пассажиров ежедневно. Напомним, в Харькове на деньги евро построят две станции метро. Ранее Порошенко заявил, что Харьковское метро – самое красивое в мире, по материалам сайта newsgro.com.